все в этой кривизне такая прелесть есть. И вот некоторые просто кривизна, как бы она сбивается чуть-чуть. Да. Вот, она снизу еще сейчас так постов уже сразу можно сделать. Так, давайте сейчас начнем. Я какую-нибудь вазу сделаю. В сторону. Так, вот это нам желательно. Равномерный, чтобы глаз был равномерный. Лучше, конечно, раскатывать его скалкой или чем-то. Вот. Так, сейчас разверну. Стенку приставила и примазываю. Так. Отпечатки от полотенца. Да, тут можно фактурную ткань любую делать. Да, можно кружево очень красиво отпечатать. Точно. То есть можно далее петь по каким-то от простых форм геометрических, потом уже к свободной пластике просто переходить. Допустим, если сделать вот такую какую-то вазу в виде или цветка, или чего-то, да? Вот, допустим, это цветок, у него сейчас я отогну листья в разные стороны. Или подсвечник, может быть. Вот один лепесток. Допустим, я так выгибаю. Не люблю ее без штекера, потому что глина очень мягкая, очень пластичная. Опять же, вот, прикрепила вас. Она там продается вот такая сырая, или в храните, или вы ее сейчас пойдете? Таким выпуском нет, она такая все полностью готова. Вы поехали, ее намочили, определенная пропорция? Нет, она все готовая.